Для поступления в отечественный вуз нужно набрать 4 балла по каждому из предметов ЕНТ и не менее 7 по профильной дисциплине. Единое национальное тестирование начнется в республике уже через неделю. Сдавать его будут более 92 тысяч выпускников. Представители Национального центра тестирования говорят, что никаких нововведений в экзаменах этого года не будет. Проходные баллы остались прежние. Для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, наш выпускник должен быть 50 баллов. А для поступления национальные вузы должны 70 баллов набрать. Но для специальностей, которые обучаются в национальном вузе, это сельскохозяйственные специальности, а также педагогические специальности, проходной балл 60. Для специальности общей медицины 55 баллов. Апелляционная комиссия работает на следующий день. Можно будет подавать заявление на апелляцию после выдачи результатов до 14:00 следующего дня.